Друзья, всем привет, всем доброе утро. У нас сегодня воскресенье, так что вы на канале Чернова ТВ. Подписываемся на канал и ставим пальчики вверх. Мы хотели в воскресенье с семьей поехать в тихий город. И решили, что мы поедем в Кулдыгу, потому что мы в Кулдыге уже были, а вот зимой в Кулдыге мы не были. И мы приехали сюда, и здесь столько народу. Еле-еле нашли место, где поставить машину. Здесь, оказывается, у нас сегодня выставка ледяных скульптур. Кого? Скульптур. Скульптур. Как правильно? Скульптур. А я как сказал, скульптур. А ты что, я пропустил? Нет, ты не пропустил ничего. Да, сначала пойдем в ту сторону. Оп. Не-не, вы могли бы идти по той стороне. Моленькая, Макса, пожалуйста, держи, да? Ой, какая красота здесь. Водопад почти... А, кстати, мы спускаемся. Идем вниз. И мы пройдем вон там вот. Да. Пойдем, подписываем. Большие карманы? Да, у меня большие карманы. С погодой нам сегодня круто. Повезло. В городе Кулдыге примерно живет 10 тысяч человек. Площадь города где-то 13 квадратных километров. Но сегодня здесь просто нереально народа много. Ну, да. Это офиса. Чем знаменит город Кулдыга, что он очень старый город, очень старинные здесь здания, старинные улицы, и он еще знаменит своим водопадом, который называется Вентес Румба, правильно, Сюз? Которому мы сейчас пойдем, спустимся и поснимаем его поближе. Аккуратно, аккуратно, упасть можно здесь. Обалдеть. Ну что, идем мы по мостику, да? Аккуратненько. О, заяц, смотри, сколько замков здесь. Видишь, смотри. А это замочки. Это свадьба. Это у тех людей, у которых свадьба, они на этот мостик вешают замочки. Смотри, сука. Блин, друзья, здесь, мне кажется, вся Латвия находится сегодня именно в этом городе. Здесь столько народу. Что это? Скульптура! Нашли мы первую медведь, скульптуру. Медведь. Она уже, конечно, потаявшая, потому что медведь. На улице 5 градусов, а медведь. Это лед. Медведь. Видишь, Максимка, лед большой. Сейчас будет перчаточки мокрые. Это медведь. На. Нет, не мокрые? Это медведь. Это, да, мне кажется, два медведя, да? Целуются. Максимка, дождался, да? Давай, идем. Короче, мы сейчас идем обратно, переходим опять же мост и идем на совершенно на другой берег. Посмотрите, смотри, Максимка, какие головы сделаны, да, в виде рыбы. Ты видишь?
Пошли к маме, пошли. Ой. Догоняй маму, давай. Друзья, вот это здание было построено в 1735 году. Называется Кудыга спил Саргамайня. Максимка, наш устал? И приходим. И поэтому приходится мне его нести на шее, потому что он устал, самый молодой и самый слабый. А Поля молодец у нас, молодец, ты не устала, да? Короче, помните, друзья, мы были на том берегу, в том месте, там, где водопад. Мы сейчас находимся совершенно на противоположной стороне. Напротив нас находится здание, это Кудыгастеса, Кудыгский суд. Друзья, нашли еще одну скульптуру ледяную. Сейчас мы подойдем и посмотрим. Это получается скульптура в виде смайлика, да, два глазика и улыбка, да, Полин? Так, что у нас здесь интересного такое? Опа, проходим, смотрим. А, здесь тоже водопад, но он полностью замерз. Видишь, Коля? Ты видишь? Ну что, там вот. Там чуть-чуть, да, а так он в основном полностью замерз. Рыба. Знаете что, здесь такие красивые пейзажи. Папа, рыбак. Просто, да, рыбак там сидит, рыбу ловит. Ну просто очень красиво, да, Полин? Сегодня в Кудыге столько много народу, что даже открыли сувенирчики, где можно зайти и купить себе сувенирчик. Вау! Вау! Друзья, а это у нас кудыгская Катринас Лутерана Базница. Старая церковь. Старая церковь, как Поля говорит. Открывай, Поля, сундук. Открой, там будет очень много песка. Ну открой. Сил нету. О! Видите, что там? Там привидения живут. Папа, что? Песок. Вот здесь песок, смотри. Этот берут песок и посыпают на тротуар, чтобы не было скользко. Понятно? Да. Друзья, здесь гостиница, вестница, метрополе. Занька, прикинь, здесь гостиница есть, метрополе. Ну вот, мы сейчас находимся в самом центре города, в самом центре Кудыги. И уже увидели впереди скульптуры. Мы нашу скульптуру. Нашу? Ну что, это наша скульптура, да. Офигенно лед, да? Папа, наша скульптура, когда ты сам это сделал. Опа, мам. Ну, классная? Папа, красиво очень, да? Знаешь, когда ты сделай, папа? Смотрите, кого мы здесь встретили. Это Эвальдс Вальтерс. Папа, денежку. Занька, кто такой был Эвальдс Вальтерс? Грех не знать. Папа, денежку. Ну, ты не знаешь? Денежка. Да, сюда можно положить денежку. Друзья, оказывается, что Эвальдс Вальтерс — это советский латышский актер.
Советский латышский актер, а да. Здесь да. Написано, да. Советский латышский актер театра и кино. Это старейший актер Латвии и народный артист Латвийской ССР. Папа. Да, а теперь мы должны найти нашу машину, дети. Так, кто помнил, где наша машина стоит? А потом поехать где-нибудь что-то перекусить, да? Нет, ну, точно, Поля, не в ту сторону. Мне кажется, в ту сторону идти надо. Переходим. Полина, давай, давай руку папе, руку. Макс, ты мне всю куртку испачкал, слышишь меня? Да. Все пальто? В песке, в грязи, ну капец, ну посмотрите, посмотрите. А, камон! Зая, посмотри на него, на мое пальто. Че ты ржешь? А вот это у нас Латвия университета. Латвийский университет. Латвийский университет. Где здесь учатся? Кто? Дети, люди. Нашли мы нашу машину. Так что сейчас мы спокойно перейдем улицу, аккуратненько. О, смотри, на крыше, Максим, Дед Мороз, ты видишь? Вон там. Да. Друзья, после такой чудесной, хорошей прогулки мы решили перекусить. А так у нас все закрыто, нам остается только заехать в Хэсбургер и взять там по бургеру, по тортилье, по кебаб-бургеру. Но здесь такая очередь, просто не жесть. И поэтому мы все это заказали через телефон, в приложении. И ждем, когда наш заказик будет готов. Не прошло и полгода. Налетаем. Ням-ням. Давай проверим, все ли там есть с таким хаосом. Мы здесь пойдем или куда-то поедем? Ну, поедем куда-то в сторонку, не будешь ли здесь кушать? Давайте так, берем трубочки, трубочку. Я взял два черных кофе. Два черных. На трубочке еще. Один большой, другой маленький. Потому что один я купил, а второй у нас бонус. Можешь на трубочку? Да. Так, кому еще трубочку? Нет. На, за, еще. Баба. Мусор не раскидываем, да? Да, разговариваем совсем. Так, что здесь? Так, здесь картошка. Скотчем будет? Сначала картошку или бургер будете? Алина, ты теперь научилась R говорить везде, R вставляю. Начара картошку, на, дочара. Я начара картошку. Начала. Дайте мне, пожалуйста, сор. Полин, не серьезно, говори правильно. Ну что, вы-то думали, что мы приехали домой, а оказывается нет, да? А смотрите, мы еще домой не собираемся. О, сколько у тебя много денег. И еще две вот таких. Да. Еще две. Еще два и ноль. Кто в машине выспался? Я. Полина, да? Бабушка с тебя машет. Короче, мы приехали к бабушке Вере, потому что бабушке Вере нужна наша сегодня помощь. Вау, да, давай заходим. Привет, бабушка, как дела у тебя? Я не знала, что ты мою картошку так поверила. Не, ну что, у тебя вкусная картошка, да, поэтому на бабушке сына Вера пожарила жареную картошку. Пожарила жареную картошку. Сделала нам жареную картошку, сейчас мы ее быстренько перекусим. Вы знаете, да, что в Латвии запретили 14 российских каналов, и теперь для бабушки это такая боль, да, что она не может посмотреть российские фильмы, передачи. Вот, и мы ей объяснили, что ей нужно интернет, роутер, тогда она сможет освоить телевизор, подключить к интернету и смотреть. Но вы представляете, да, если бабушке поставить интернет, сделать, чтобы она через YouTube набирала все эти названия фильмов, названия каналов, мне кажется, она чиканэ будет намного быстрее. Короче, я бабушке сказал, что пускай смотрит то, что есть. Один канал. Animal Planet. Вот, пожалуйста, про бизонов. Друзья, мы уже дома. Мы уже побывали у бабушки Веры. Вы это посмотрели. Мы ей помогли. Мы даже ее свозили в магазинчик. Все. Сейчас у нас время ужина. И сегодня, до нашей поездки в Кулдугу, да, Настюшка на самое утро встала. Не завтракая, да? Вы представляете, не завтрака, она начистила целый казан картошки, порезала целых 1,5 килограмма мяса и приготовила обалденное блюдо. Это
это тушеная картошка. Да. Знаете, кто маме это сказал? И я. Полиночка посоветовала так, такое блюдо сделать, потом, да? А потом у нас будет, знаешь что? Ну? Угадай. Плов. Да. Угадал, да? Угу. А у Полинки сегодня что произошло сегодня? Зуб. Вырвал, упал зуб. И мама поэтому вырвала. Ты его положила под подушку, и к тебе должна прийти зубная фея. Да. Да? Мама, много денег.